Илья, ты карты принес? Сергей написал, что мы здесь гадать будем. Я могу на исполнение желания там погадать. Так принеси карты. Слушай, это ж прикол. Репетировать именно в онлайне. Так мы так каждое воскресенье делаем. Потерять свое мое. Не хочу, чтоб ты лишь гостем был. В сумраке ночи и в судьбе моей. Я люблю тебя, как люблю. Солнце в мире не было до нас, а заботы мелких сот ты меня увел, и ключи от счастья для меня нашел. Любовь похожая на сон. Сердец хрустальный перезвон. Твою волшебную люблю. Тихим эхом повторю. Любовь похожая на сон. Тараканчик подбегает. Соберись. Песня серьезная, я прекращаю. А я дальше. Я прощаю одиночество и грусть. Ты сказал, что к ним я больше не вернусь. Так бывает только в словах. С ним, но любовь у нас наяву сейчас. В глаза твои себя не потерять. Нет, это было. И разлуки нам любовь не разменять. Я не мыслимо. Заслужила это счастье быть с тобой, быть всегда с тобой. Любовь похожая на сон, сердец хрустальный. Тяжелый микрофон, да. Но... Что мне с ним делать? Merry Christmas! Слушай, нам не надо обрадоваться. Вот хотя бы кто-то один бы билет за 100 евро, да? Вот куда за 100 евро? Можно... Мы всего лишь предлагаем, да, за 5 евро, но судя по тому, как я сложала, никого не захочет больше платить. Со всеми бывает. Я даже один раз в жизни ложал. Ну, один раз. Вот, кстати, на концертах. Как много раз ты на концертах осознавал, что ты конкретно ложал? Все, капец, стыдно. Капец, вот было ужасно. Это во Львове на Росадада, когда играла в 2008 году. В 2008 мы делали
концерт нашей группы. И я на репетициях за неделю сорвал голос полностью. Я говорить не мог. Окей, что... И перед концертом... Так, Высоцкий начал петь. Пузырь, да. Сорвал голос. Да. Новый поворот? Ну давай, что, повеселее, да? А то раз. любовь. Новый поворот, однако. Да. Давай, машина времени. Ну давай, что-то, да. А я нормально его держу, просто я не знаю. Ну, вот так. Да, надо такое что-то повеселее, наверное, поиграть. Ну, песня не... У тебя вот гитара расстраивается. Во время настраивания. Нормально. У нас там ничего не горит? Свечи тушатся. Ну хорошо, друзья, если вы нас смотрите, значит, вы однозначно не трезвы. А если вы трезвы, оставайтесь с нами. Возможно, мы станем петь лучше. Мысли читать иногда это никто не к шизофрении относится. Никто не хочет. А у меня гадание. Шапочка из фольги. Да, ты где всех напугал. Карты? Где карта? Да, будем гадать сейчас. Сергей, позвольте мне гадать. На рандомную. Так вот, сейчас сразу скажу. Вот смотри. Карты принеси, пожалуйста. Слушай, мне тоже так интересно. Что ты лечишь?
Выпей нормально. Не, я не хочу, спасибо. Я с порошком со своим, ребята, я не знаю. Без него тяжело. И утренние сны от гранат. Все пугают примерно, понимаешь? А ты снял наушники, ты не можешь больше это слушать? Я не могу больше это слушать, да. А что, все так плохо? Так, все ужасно. Так, может, тогда сворачиваем все удочки. Подожди, а что случилось? А нет, звук у нас вообще... Давай на яичках. А в чем проблема? Я на яичках. Не надо на яичках, давай я тебе... При чем тут яички? А он, сетап типа... просто плохой. Нужно было вставлять эти штуки, чтобы... Ну ладно, что же первый раз. Стол нужно было выдвигать, как я и говорил. Да хрен. Все равно сейчас погода плохая, люди делать нефиг. Здесь штуки не вставляются. Мы же проверяли. Туда не вставляются. Нет. Слушай, ну как нет? Он... Ребят, пройдитесь по комментариям. Типа, пока, да, а нет комментариев. Пишут, короче, маму, что, когда будете гадать, где карты? Нифига, пение, два часа. Пускай слушают наши песни. Ну мы бы не смогли стул убрать. Вот туда бы поставили, и вот здесь бы микрофон стоял. Нет, мы бы прикрутили бы микрофон к этой столешнице. И длина, она была бы чуть больше, чем это. Мы могли бы не было бы ее длины такой. Мы ближе бы сели. И она бы поднялась бы выше. А как бы ты играл? Бы... Нет, микрофон бы здесь был. Да нет. Ну вот, потом достанем. Да. Подсистим. Я не буду с тобой спорить. Метр. Ну, три песенки споем и... Гадание самое важное. Созрела Земфира. Веселая про любовь. Созрела. Не-не. Карты принеси. Как? Не, я не могу найти карты. Хорошо, Илья, приходи тогда в своем костюме и... Подожди. В своем костюме. Давай маракас. Что ты из мусорки достал? Курицу эту. Какую это курицу? Я убил этого. Пингвина, не пингвина, а этого. Павлина. Проходился, ладно, павлина. Павлина, ну, наверное. Называется, созрела, да? Да. Можете меня как шамана объявить, я погадаю немножко. Хорошо, ты сейчас можешь потрясти в эту. Так, соль. Мне нужно, чтобы ты сказал мне карту, а я скажу, что я нагадаю. Давай задумаю карту. Так. Скажи карту. Я задумаю карту, а ты ее говори, называй. Вот сейчас вот задумал карту. Нет, ты мне скажи карту, я скажу, что с этой картой связано какое будущее у человека. Хорошо. Сейчас вот ты нас смотришь, дорогой, тебе вешаю туз червей. Туз червей. Ничего себе, ты сразу похожа. Любовь. Туз червей. Сердце твое разбито будет. Пришла концерт послушать. Фу тебе. Но потом сразу все станет лучше. Кончай. Все к счастью. Все к счастью. Сергей, ты вообще где был? Молодец. Это у тебя урок вокала подожди. Был. Пока у нее инфаркт, сейчас там не этот. Дай еще оп, шестерку, смотри, шестерку. Ушли, кто-то ушел. Вальтову. Подожди, вернитесь, мадам. Подождите, он пошутил. У вас по-настоящему. Всего лишь за 100 тысяч евро с вас снимут порчу, да? У вас Валет Бубновый. Валет Бубновый, Валерка. Валет Бубновый. Валерка же с верхнего какого-то этажа. Дом казенный. Казенный дом. Это социальный дом. Женщине дадут. Вы стоите на очереди, скажите. Вы про межность, про нежность? Про нежность. А, Земфира, девушка, а ты солью потряси. Нет, солью потряси. Да? Не знаю. Который день? Так, подожди. Будем надеяться. Не гитару взять. А девушка пина. И чешет его дела, хорошенький журнал. Короче, друзья, еще три песни, вчера три гадания, и мы переезжаем в новый дом. Такое мое дело. Да? Такое наше дело. 100%.
Вторая попытка. Это песня грустная. Моя песня. Девушка пьяная, уже который день, но уже влюблена в чужие прелести. Зеленая волна накрыла ее день, размыла поцелую, чтоб помнить челюсти. Кого-то ждет вокзал, кого-то ждут домой. Девушка вспотела, воу, девушка вспотела. Чего, я только подпеть хотел. Все, у Сергея нету больше терпения. Это не в губ. Ладно, хорошо, я буду только. Давай второй куплет. Последнее предупреждение. Последний и второй. Если Сергей предупреждает, то лучше не будет зверя. Нет, пускай хорошо, когда его гитара. Я свою спрятаю. Давай. Илья, так ты еще, наверное, в рождественском до сих пор в молоде, да? Я искупался. Давай, девушка, пьяна, и закончим. Там сейчас будет про радио за бугром. Yeah. И радио эфира привет и передал заказанное ею самой же себе засмотренный до дыр. Журнал в пустой квартире млеет, саму себя любя, кого-то ждет вокзал, кого-то ждут домой, ее никто не ждет, не хочет ее тела. Девушка созрела, девушка созрела, а девушка. Хорошо, плохо, что вы всю траву сами, как говорится, убрали. Как ну, есть. Так все, видишь. Нет, что принесли нормально, разразжили. А то так взяли все с утра. Мы же в гостях у тебя. Выдали. Целевая аудитория нашего канала немного другая, чем та, которую вы привлекаете на ВГУП. 100%. Нет, ну у нас мама самая главная. Просто мы-то ни наркотики не употребляем, ни алкоголь. Ну, вот, значит, есть где-то что-то, вот у тебя есть и оправдываешься. А вот человек, который не употребляет, он не оправдывается вообще никогда. Вот. Который не употребляет, он не оправдывается. Никогда. Нет, ты можешь чувствовать, смотря по какой причине не употребляешь. Если ты бывший в завязке, ты будешь чувствовать вину, и тогда ты можешь оправдываться. Если ты уверена, что ты не делаешь и не хочешь делать, у тебя есть своя четкая позиция, и это не связано с зависимостью, то ты не будешь оправдываться. Да ну, какие из вас алкаши и наркоманы? Вы, блин, это меня на вы скоро репрезент сделаете Ирландии на Олимпийских играх вашего, как говорится, перетягивания каната или как? 100%, да. Это что? Тишина. Все в ауте. Я же на губ-то заширила. Да. Все в ауте. Нежность. Про нежность пели? Нет, про нежность мы еще не пели. Это что?
выключил стоять назад. Это под которую надо песню писать. Хорошо, нет, так. Это чья-то мелодия. Мне напоминает «Бог перестал нас любить». Но я ту песню очень плохо знаю. Я не помню даже, кто поет. Там похожая какая-то гармония идет. Хорошо, я могу предложить песню спеть «Метель» или «На небе вороны». Вот прям. А вороны это. Или «Синяя вечность». Да-да. Да-да-да, на небе. Да-да, там, чтобы поорать, и ты БЦА потрясешь. Давай. Или я могу. Или я долго не мудрствовал и взял баночку с БЦА с порошочком, чтобы можно было чик-чик. Ну, можно подыграть, там 4 аккорда же. У Никольского, похоже, есть. Про сюртук и про музыканта. Да, 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 сюртук надел. Музыка. Да. Хочешь сыграть? Да, да. Нет, там просто есть этот. Хорошо, друзья, тогда раз никто не голосует, я предлагаю либо кукушка, либо на небе ворона. Ну так ты выбери. Давай ворона. Тогда выбираем «Моя весна». У нас же не демократия. А что же у нас? Что ты сейчас намекаешь? Диктаторша. Что у меня сегодня диктаторша? А у меня сегодня диктаторша. Почему? Выбирать. Спасибо, хозяин. Слушай, ну ворона такая. Ворона это жесткая такая она песня, да? Ну как, красивая, слезливая, жесткая. Я всегда так переживаю эту песню. А с какой ноты играть? Я не поняла, диктаторство, это... с какой стороны сейчас происходит. Ты сказала весна. Я сказала, моя весна, это которая наша песня. Да, я подумала, весна. Ну давай ты спой. Нет, а че нет? Давай, весна. Здесь еще моя весна.
красивая мелодия, блин, такая. А что вы не запишете? Записано и выпущено. А, подожди. Тут я думал, что-то знакомое. Куда мой пульт делся? Продюсера, правда, не хватает с перьями. Не, красивая как песня. Будто... Только надо немножко, наверное, от такую классную акустическую инструменталку, такую мощную вот перкуссию такую поставить. Ну, чем богат, тем рад. Да, мне тоже очень мелодия нравится. А у тебя таких нет? Нет, я попроще. Ну что, две песни? Я не играл, забей. Давай, давай, пока соло. Далеко. 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 Давай. Давай. Запах денег. Стараюсь.
планировали петь. Но я теперь тебя так понимаю. Я тоже не могла попасть в эти две строчки. Куда? Не надо им знать. Как будто мы репетируем. Нет, мы репетируем. Не надо, не надо врать. Мы репетируем в прямом времени. Merry Christmas. За вас, дорогие друзья. Как я да, сказала, но не написала однажды, что хотите идеальный звук, картинку, мы тогда делаем концерты живые, и, соответственно, это все не бесплатно. Вот тогда мы готовимся, правильно? И тогда у нас и звук хороший, и песни прекрасные, и голоса прекрасные. А мама, конечно, большая. Смотри, если мама начнет что, мама? Платить за это. Что дальше? Чья мама-то? Так, ну прощальная. Ты хотела бременских музыкантов? Да я люблю. Нет? А что, мы уже прощаемся? Вы уходите? Мы уже уходим. Есть такое ощущение. Есть подозрение, что в моей руке этот микрофон скоро отвалится. Вместе с рукой. Ну что, давайте, я предлагаю «На небе вороны». Давай. «На небе вороны» ДДТ группа, да? Или нет? Нет, «Метель» — это другая. «Метель» поем? «На небе вороны», давай «На небе вороны». Тогда я, наверное, грустить, так грустить. Так ты же что, не споешь? А я не знаю, я не слышал эту песню. Ты не слышал, это народная песня. Ее все слышали. Мы тебе, по-моему, ее пели даже. Не помню. Я тебе поставлю аккорд. Да не, не надо, я на маракасах, если. У меня телефон имеет какую-то душу интересную. Он сам себе что-то включает, что-то выключает. Сам себе хозяин. Thank you.
что-то бухнуть захотелось. Ну, такая песня только, да. А меня ввело транс, собственно. А не спеть ли нам, друзья, что-нибудь веселенькое? Ну, давай на веселой ноте и закончим эту вахханалию. Это гитара моя. Бременский музыкант, ты заказывал? Готовил? Илья, говори, какие бременский музыкант? Так хотел спеть? Да, это разве веселая, да? Да. Это ничего на свете лучше нет? Да, что-то. Чего нас? Что там чёрная гитара? Он расстраивается. Почему? Может, перья попали мне в стёкла? 100%. Вот это? О, да. Твоя нейлоновая струна. Вот ты хочется, как в гостях у Бабкина на эфире. Все. На чем вам весело? Ну, давай передадим привет. Погадай еще. Погадай в своем счастье. Передадим привет. Я бы вам уже нагадали. Траворный ветер заждем. Нет, это не сегодня. Передай всем привет. Ладно. Ну давай, станец. Сейчас такое время, когда надо трезветь и, как говорится, проводить с семьей. Да, трезвейте, проводите время с семьей.